Так что я думаю, что опять же помните, что эта встреча посвящена реформам в Армении, ее демократии, экономике и жизнестойкости. Мирный процесс не является главной темой этой встречи. Это встреча между США, ЕС и Арменией для обсуждения диверсификации экономики, гуманитарной помощи, поддержки беженцев и поддержки политических реформ Армении в таких областях, как демократия и верховенство закона. Это совещание не имеет региональной направленности.